Рыбаки-любители соревновались 6 марта на пруду близ села Кандабулак, где состоялся традиционный чемпионат Сергиевского района по подледному лову «Живое серебро». Зимняя рыбалка – это не только отдых, но и отдельный вид спорта, на котором собираются не только профессионалы, но и любители. Вот уже на протяжении 16 лет чемпионат Сергиевского района по подледному лову «Живое серебро» собирает неравнодушных к зимней рыбалки жителей, чтобы показать свое мастерство. Побороться за звание супер-рыболова на льду Кандабулака поспешили полсотни участников в возрасте от 5 до 66 лет из Сергиевского, Шанталинского, Исаклинского и Кошнинского районов. Сегодня фишка, как всегда, в азарте, в рыбацком. Угу. Она, наверное, одна на все времена. Азарт, азарт и еще раз азарт. Огромное спасибо Владимиру Санычу, Ганюшину Александру Андреевичу, Сергееву Алексею Петровичу. Вот то, что они, это у них исторический чемпионат по спортивной ловле рыбы. Спасибо, что они поддерживают столько лет. В этот раз многие приезжали на рыбацкое соревнование с семьями, и скучно не было никому. Как вас зовут? Александр Терентьев. Я до этого просто уже участвовал, когда еще проводились первые соревнования, когда я первый раз начался, это было турбаза, когда я взял первое место. О, самые опытные, ура, нашли! Ну, это было давно, год-два назад. Сейчас вот просто приехали с мелким поучаствовать, отдохнуть, приучить его к рыбалке. У вас команда, то есть? Да. Ну, хорошо, чем младший помощник больше интересуется? Ну, не знаю, пока на мормышку пытается. Так. И перекусывает периодически, так чай пьет. Толщина льда в день чемпионата в Кандабулаке была почти метр. С таким справятся только настоящие рыбачки. Решили лунку менять? Да. Почему? Ну, тоже не клюет. Сидеть на одном месте бесполезно, надо постоянно менять. Поселение Кандабулака и службы обеспечили в этот день неудобную парковку и комфортное место для приготовления горячего обеда. Растительное масло, поджаривается лук с морковкой, картошкой, пшено. Ну, цвет потрясающий, запах просто уникальный. Долго до готовности? Готово. Ух ты! Круто. Если для рыбаков самая главная и приятная часть там, на льду, то для болельщиков это, конечно же, здесь, на возвышенности, где готовится уха. Очень вкусная кандабулакская рецептура. В этом году чемпионат ловли рыбы проводился по двум категориям – дети и взрослые, а также по нескольким номинациям – на самый большой улов, на самую мелкую рыбку, самое скоростное бурение, на самого возрастного и молодого участника. Отмечены отдельно были и участницы-дамы. Словом, праздник удался. Ну, мне тяжеловато. Видимо, одной хорошей наследственности недостаточно. Хотя мой отец один из лучших рыбаков Сергиевского района. У меня кривовато выходит, прости, пап. Здесь нужен опыт, и он зарабатывается только на льду. Помните, зимняя рыбалка скоро заканчивается. Идет весна, но на пруду Кандабулака на льду можно порыбачить до конца марта. Не упустите этот шанс приобщиться к интересному, полезному хобби. Екатерина Леснянская, Денис Витрюк для информационной службы телекомпании «Радуга-3».